Всем привет, с вами Даша, и сейчас снимаю свое очередное видео. Правда, это видео посвящено совершенно новой для меня теме – поход в зоомагазин. Итак, героем моего сегодняшнего первого на эту тему видео становится яблочный микс от фирмы Вака и минерал для грызунов от неизвестной фирмы, так как я не нашла, где будут... Могло быть написано, от какой он фирмы. Сейчас я получше познакомлю вас с минералом для грызунов, поэтому яблочный микс мы пока что откладываем и возвращаемся к нашему минералу. Вот, как я уже сказала, это минерал для грызунов от неизвестной фирмы с каротином. Тут написано, вот масса нету 18 грамм, вот его состав. Прессованный мел, сульфат кальция, обезвоженные частицы моркови. Это, знаете, очень хорошо, что тут есть частицы моркови, так как мой хомячок обожает просто морковочку и сухую, и свежую. И ваш, наверное, тоже ее любит. А тут вот в этом минерале есть морковочка. И поэтому как бы хомячок, получается, сам себя заставляет грызть этот минерал. Сейчас я вам его покажу поближе. Вот он, такой вот минерал. На нем нарисован вот такой вот листик, на котором сидит божья коровка. Тут вот также была проволока, с помощью которой можно было прицепить минерал к прутьям клетки, но я эту проволоку отрезала, так как она мне не нужна, потому что я этот минерал просто ложу на дно клеточки. Я надеюсь, что моему хомячку нравится, но он его же грызет, значит, наверное, ему нравится. И вот мне он тоже сразу понравился, как я пришла в зоомагазин. Кстати, вы, если живете в Минске, неподалеку от улицы Янки Лучины, там вот еще есть Гипа, ну там перекресток Янки Лучины, там рядом есть Гипа, гипермаркет такой, и чуть-чуть там пройти, и есть магазин Златка. В общем, там вот есть подвал, туда вот спуститься нужно. Но вообще там был магазин Златка, сейчас там уже строят, по-моему, товары для дома или что-то сейчас строят там. В общем, там был магазин Златка, там нужно спуститься, подвал, он все еще работает. Там есть много магазинчиков, там и игрушки, по-моему, есть, и всякие блокнотики, тетрадочки, всякие цацки там продаются. Есть там много таких вот, ну, дверей. И есть вот отдел там, зоомагазин, там и хомячки продаются, и рыбки. И когда-то еще жаба какая-то уродливая там продавалась, и между прочим, больше ляма стоила. Итак, вернемся к нашему минералу, его я купила там, тут, как я уже сказала, 18 грамм его, тут написано 18 грамм, ой, не очень видно, но на таком фоне написали. В общем, тут 18 грамм, и стоил такой минерал 5500 белорусских рублей. По-моему, это весьма дешево для такого отличного минерала. А сейчас давайте вернемся к нашему яблочному миксу. Он фирмы Вака. Некоторые вообще говорят, что Вака плохая фирма, что там попадаются всякие неприятные сюрпризы, например, там всякие жучки, паучки. Но я такой человек, что пока вот сама в этих словах не убежусь, продолжу покупать продукты от этой фирмы. Итак, это от фирмы Вака, яблочный микс. Вообще это сушеные яблочки. Ученым доказано, что они очень полезные. Сейчас я вам их покажу. Вот они, сейчас получше вам покажу. Вот они. Вот моему хомячку, ну, представим Хомки. Хватает вот такой вот палочки, может, на день. У меня два хомячка, но все равно, посмотри, сколько тут палочек. Вообще-то 350 миллилитров, да, вот 350 миллилитров, и вот такая вот упаковочка стоит всего лишь 20 тысяч белорусских рублей. Я этот яблочный микс покупала в магазине Просторе, в Чижовке, который расположен, и опять же в городе Минске. Там вот на втором этаже есть магазин Zootera, но там вот такой вот яблочный микс не продается. На первом этаже там также есть отдел товаров для зверушек. Там вот я такой вот купила на самой верхней полке, там где товары для грызунов, на самой верхней полке вот такой вот яблочный микс лежал. И лежал, ну, в такой же упаковке от фирмы Вака тоже. Люкс тоже любимый лакомство было написано. В общем, почти в такой же упаковке. Тут было какое-то неизвестное слово, я его забыла. Но тут вместо яблочного
тапочек были нарисованы семечки. Так что подумайте сами. Вот хочу такое еще лакомство купить, там, где семечки. Потому что яблочный микс у меня уже есть. В общем, в магазине Чижовки, который расположен в Чижовке, в магазине Простор, я купила этот яблочный микс. Итак, я вот рассказала вам и об яблочном миксе от фирмы Вака, ну, любимый лакомство, и об минеральчике вот таком вот, прекрасном. В общем, это все, что вам сказать сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии, пишите в них о том, о чем бы вы хотели увидеть и услышать в следующем видео, так и как я очень люблю хомячков, знаю о них очень много всего. И у меня было очень много корма, то есть сейчас есть, и много очень лакомств. В общем, могу создавать видео про мои лакомства и корма. В общем, с вами была Даша. Пока-пока.